это прошли себе непосредственно в Арабских Эмиратах тур золотых победителей. И приехали лучшие из лучших, приехали те, кто действительно делает результаты в SkyWorld Community, те, кто помогает развитию проекта. И они увидели своими глазами то, что титаническая работа была сделана за прошедший год. Именно Unisky Strand Technologies, именно USky Transport на территории Шаржи. Я сам несказанно удивлялся, когда в декабре приехал и в первый раз увидел, насколько все поменялось по сравнению с прошлым годом. И на самом деле стоит признать, что была установлена трасса 2,5 километра. Вообще это прецедент впервые в мире, в принципе, так как данное расстояние нужно еще поднять, нужно установить, нужно закрепить и нужно правильно рассчитать, чтобы ничего не рухнуло. И была только одна попытка. Только одна попытка. Если что-то было бы неправильно рассчитано, то неизбежно была бы фатальная ситуация. И, естественно, ничего хорошего из этого не вышло бы. Но этого не мог допустить и никогда не допустит Анатолий Эдуардович Юницкий. Поэтому я могу сказать, что расстояниями по 700 метров была организована данная конструкция. То есть можно сказать, закладывается уже некоторый стандарт. Если строить 100 километров, то по 700 метров полотно будет скрепляться, и оно будет сплошным, без сварных стыков, швов, температурных соединений. То, как было написано 100 ответов на 100 вопросов, и все это происходит в реальности. Все насчет чего кто-то сомневался, кто-то думал, что не получится. Все уже получилось, если говорить про трассу. Потому что инженерно это фактически очень сложно реализовать. И цена ошибки, и возможность ошибки была действительно очень серьезна и велика. Меня зовут Скудоев Алексей, являюсь представителем правления SkyWorld Community. Я руководитель отделения распространения SkyWorld Community. И вы все прекрасно знаете, что в прошлом году у нас очень серьезно произошла реструктуризация внутри SkyWorld Community. Она до сих пор происходит. Я вам могу сказать, что мы с Евгением наняли достаточно очень мощных консультантов для углубления уже в организационную структуру, для достижения того результата, который мы ставим перед собой. Мы ставим перед собой результат, конечно же, хейтеры это могут и какие-то недоброжелатели могут записать, заскринить. Мы действительно хотим в этом году приложить максимум усилий, чтобы завершить то, за что мы взялись. Уточнять не буду, иначе как бы это можно вырезать. И давайте пробежимся на самом деле, на каком этапе мы сейчас находимся. Мы находимся на этапе уже приближающемся к 15-му этапу. Я думаю, что в этом году в относительно ближайшее время настанет, то есть никаких промедлений, никаких оттягиваний опять каната, что будет масса подэтапов, подэтапов, кто-то думает. Нет, не будет, потому что проект сейчас находится на очень серьезных стадиях развития. Я не раз говорил, потому что здесь, в Арабских Эмиратах, я не то, что там что-то где-то загораю на пляже, нет. Я здесь нахожусь в такой длительной бизнес-поездке, командировке, потому что именно здесь, на месте, очень правильно и эффективно отстраивать те процессы, которых нам не достает. И я бы с удовольствием не проводил вебинары, но нужно все равно поддерживать информационное поле, несмотря на то, что фактически-то сейчас нужно работать с ключевыми лидерами SkyWorld Community, и они должны будут уже пылять информацию. В этом году мы обязательно таким образом и настроим информационное поле. Я
как истинно покорный ваш слуга Алексей Скудоев продолжу вещать. Вы видите, что нестабильно раз в две недели получается выходить в эфир, но раз в месяц как минимум я буду выходить. Возможно, будет какой-то формат, такой вот блиц-формат, и я буду освещать буквально на 20 минут то, что произошло. Потому что действительно мы сейчас на таком очень серьезном этапе. Давайте посмотрим в 2023 году, что мы планировали сделать как SkyVault Community. И в декабре я вам об этом говорил. Запускает английскую, французскую, испанскую, вьетнамскую, киргизскую версии от системы адаптации и обучения. Казалось бы, это было нереальным, и вы не представляете, насколько в жесткий цейтнот была поставлена команда, чтобы это случилось. На самом деле мы запустили на этих выходных киргизскую, вьетнамскую, испанскую, французскую не запустили пока что, английскую версии платформы адаптации обучения. Сейчас это Digital University, сейчас это цифровой университет, это университет профессии будущего. И вы, как участники сообщества SkyVault Community, никогда не будете бояться то, что ваша, допустим, профессия либо навык как-то устареет. Мы будем за этим следить, чтобы даже искусственный интеллект не смог вас обогнать, а вы, наоборот, управляли вашими знаниями даже по искусственному интеллекту. Запускает проект приемный от SkyVault Community. Также уже, я могу сказать, это без пяти минут от реализации. Создает и внедряет умного сервисного чат-бота. Мы уже отдали на реализацию полностью согласованное техническое задание. Я думаю, в марте очень много вы увидите в логике инфраструктуры SkyVault Community дополнений. Упрочняет логики приобретения компетенции штат отделения работы с публикой для отстаивания чести, доброго имени, репутации SkyVault Community. В ближайшее время мы планируем обязательно всех, приглашая как русских, так и иностранцев, продолжение серии наших уже не мастер-классов, это не какие-то презентации, потому что у нас есть руководитель отделения работы с публикой, и он будет проводить специальные мероприятия по информационному противоборству. Мы готовы к атакам, и мы научим вас, как отражать правильно атаки и как обращать негатив в позитив. Расширяет новые необходимые роли в сообществе, например, менторы, мастера майндсессии, взращивайте роли. Обучение мастермайнду произошло. Мы будем переходить постепенно к форум-группам. И это общепринятая практика. Она помогает достигать наибольших результатов. Это когда вы делитесь на какое-то кратное количество людей. Например, десятки. И, соответственно, в группе из 10 человек, или из 5, или из 20, неважно, какое это будет количество, но не больше 15 мы будем брать, вы сможете быстрее достигать результата, и каждый новичок сможет соорганизоваться. Найти своего бадди, помощника, это всегда, всюду, везде помогает, и мы это будем использовать. Создает систему премиальный клуб. Мы нашли очень крутого руководителя, я безумно счастлив и рад, организации сопровождения мероприятий одного из ведущих российских бизнес-клубов, специалиста. У нас будут мероприятия совершенно на ином уровне. Возможно, это увидите уже на Экофесте. Плюс еще будет очень секретное, крутое мероприятие, согласованное уже с Unisky String Technologies, но которое я не могу говорить, оно произойдет еще до Экофеста, но могу намекнуть, оно связано с технологией, потому что настало время, настал период, когда необходимо уже презентовать технологию, как это происходит, например, в логике презентации моделей смартфонов и так далее. И, ну, уже пора это делать. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Потому что почему-то презентация подвисла. Ну, в любом случае, я хотел бы сказать, что касается платформы адаптации обучения, все, я рекомендую всем посмотреть вот этот файл, минуточку. Сейчас я его найду,
Кто владеет английским языком, сугубо рекомендую посмотреть, потому что, ну, это действительно было эпично, запоминающееся. И я потренировался и выступил на английском языке. Более 5 часов мы выступали с конкретными темами, прикладными. Не просто бла-бла-бла поговорить, нет, мы конкретно говорили об тех задачах, которые... на те компетенции, которые необходимо нам с вами приобрести. Выступали Николай Рева на английском языке тоже. Я думаю, что стоит посмотреть, чтобы поддержать Николая Реву. Майкл Бенк с блестящей презентацией выступил. Я выступил с презентацией «Взоров будущего». То, что не бойтесь искусственного интеллекта, мы уже работаем с теми экспертами, специалистами, которые научат вас работать с теми ресурсами, и экосистемами, ну, которые наступают на пятки и отбирают профессии у людей. Это ChatGPT, это OpenAI. Вы научитесь работать и будете внутри стран флагманами этих компетенций. Поверьте мне, не уйдет из поля нашего зрения ни одна компетенция профессии будущего. И основные результаты давайте посмотрим. Русскоязычные боком. Нет, русскоязычные не боком. Но я вам говорил, что на русскоязычную был запуск. Мы не собираемся, не побоюсь этого слова, сюсюкаться, кого-то там уговаривать, кому надо, прошел уже обучение с трекерами, с наставниками. И те, кто проходил обучение с трекерами, с наставниками, уже достигает наилучших результатов. Извините, нам нужно масштабироваться. Поэтому Вьетнам, Киргизия, Испания, Англия фактически... Более 4000 уникальных просмотров было на этом мероприятии. Нас не пугают уже эти цифры. 1 000 000 сердец было, 9500 уникальных просмотров. Платформа адаптации обучения. Я думаю, будут смотреть. Это опорный пункт вообще передачи информации, показать, что мы сейчас делаем как SkyWorld Community. Я вам могу сказать, мы совершенно не те, которые были в декабре, которые были в ноябре. Мы действительно готовимся к масштабированию для того, чтобы вам было комфортно работать. Почему? Потому что мы не можем по-другому, так как Unisky Stream Technologies делает все о том, что продекларировали. И на самом деле ни один этап не был достигнут и закрыт под этап при достаточном финансировании. Но, тем не менее, Unisky Stream Technologies продолжает свой путь и абсолютно оптимальными инвестициями Анатолий Эдуардович и вся его команда закрывает те пункты проекта реализации, которые, ну, закрывают на самом деле за сотни миллионов долларов. Unisky Stream Technologies ставит перед собой на этот год очень серьезные планы, и многие планы также были уже достигнуты. Я просто промотаю эти слайды, потому что вы можете их потом заскринить, вы можете их сохранить, кто будет смотреть вебинар, возможно, в первый раз, но это невозможно было представить в начале 2022 года. Так же, как невозможно представить, что будет достигнуто в 2023 году. Очень серьезные вехи по-прежнему ожидаются. И здесь никак не сделать это быстрее. Конечно же, мне лично хотелось бы, чтобы это произошло быстрее, чтобы приехал уже 25-местный подвижной состав, чтобы сертификационные работы завершились на 4-м тестовом участке. Но нет, логистику не ускорить, трассу все как бы натянули, закрепили, подняли. И сейчас ожидается приезд 25-местного подвижного состава для того, чтобы его подвесить и начинать уже пусконаладочные работы. Многотонная машина проедется как пушинка по путевой структуре, и планируемая скорость достижения технических характеристик показателей – это 150 км в час. Далее, в этом же году опять то, что декларировалось, приедет также Unicorn. И я вам могу сказать, в том числе мы сейчас начинаем переговоры. Я чувствую, что пришла пора поднимать мои контакты непосредственно
Я в том числе прорабатываю контакты, потому что ну, уже нужно с ноги просто открывать дверь и не стучаться там, ой, простите, позвольте вам обратиться, вот тут здесь такая технология. Нет, извините, технология просертифицирована, технология показана. И мы сейчас начинаем на всех континентах, в том числе на рынке и США, свое движение, но на территории США не в плане инвестиций, а в плане помощи реализации Unisky String Technologies коммерческих адресных проектов. Для этого будет создан специальный модуль. Пожалуйста, подождите. Специальный модуль в соответствии со стандартами и с требованиями Unisky String Technologies. Мы проработали это за специальным круглым столом с ключевыми лидерами Вьетнама и будем реализовывать данную стратегию во Вьетнаме уже по предоставлению контактов, данных по коммерческим проектам, обеспечения связи с необходимыми муниципалитетами и так далее и тому подобное. Будет создан конкретный специальный алгоритм помимо отдела подготовки адресных проектов, который у нас есть в SkyVault Community. Пожалуйста, не сделайте поспешных шагов, давайте приучаться к стандартам, давайте приучаться к регламентам. Нет, это не бюрократия абсолютно. Это эффективная работа, которая поможет достигнуть вам результата. И у Unisky Transport есть планы конкретные на 2023 год. Давайте их осветим. То есть совместно с партнерами ASAC International Engineer Consultants по четвертому треку, если говорить, среди основных трудоемких этапов этих планов строительства, это рельсовый подъем, осуществлено, осуществлено. Монтаж металлоконструкции, осуществлено, да, уже, а это планировалось на 2023 год. Проектирование и изготовление железнодорожных головок в процессе или уже осуществлено. Вот в эксплуатацию путевой структуры, как только подвижной состав приедет, это начнется процесс. Вот в автомобиле в эксплуатацию. Мы ждем подвижного состава. Завершение сертификации Test Track Number 4. Номер 4 – тестовый участок. Это тоже будет завершено, как только подвижной состав приедет непосредственно на территорию шаржа. И у нас тоже, у SkyVault Community есть планы, потому что мы не можем как-то притормозить, затормозиться, несмотря на те вопросы, нюансы, которые возникают у нас в разных странах, и в том числе в странах флагманов. У кого будут возникать какие-то юридические сложности, пожалуйста, через проект приемной. И я хотел бы объявить, что сейчас взаимодействием со всеми региональными кураторами, с ключевыми лидерами занимается Ириша Валькович. Это человек, который зарекомендовал себя временем, и она будет заниматься координацией и взаимодействием как с региональными кураторами, выстраиванием статистик. Она не руководитель этого направления, она тот человек, который координирует и ускоряет все коммуникационные процессы и все линии связи. Ее задача, наоборот, улучшать работу региональных кураторов. Ее задача сделать так, чтобы на каждое место в каждой стране по 2-3 регионального куратора было как конкурс, действительно, как конкурс на одно место. И у нас в планах этого года, чтобы абсолютно эффективно в каждой из 180 стран, более чем 180 стран, началась работа. Мы будем углубляться. На, что бы кто ни говорил, мы знаем, как это сделать, потому что даже в условиях санкций RTA сами подготовили стенд, сами подготовили транспортный модуль. Да, это макет, и привезли его в Берлин, но это говорит о мощнейшей поддержке в Арабских Эмиратах. Анатолий Эдуардович в своем выступлении вообще сказал, что по 3 проекта в Абу-Даби, в Шарже, в Дубае планируется примерно коммерческих уже к реализации. Это его слова. И, конечно же, я могу это транслировать, так как это было записано вьетнамцами, жителями Кыргызстана, европейскими лидерами и так далее, победителями золотого тура. И мы открытая экосистема. Мы Humanity Venture Ecosystem. Мы это SkyVault Community. Мы это сообщество. Мы это драйверы
развитие новых технологий, пионеры освоения новых технологических пространств в плане финансирования. Если вы меня скажете, что нас ожидает после 15 этапа, чуть подождите. В этом месяце мы дозавершим позиционирование, у нас появится комплексный, мощный документ, который будет сопровождаться многими материалами по пониманию, и вы можете во всеоружие говорить и показывать, насколько мы изменились. Мы уже не тот SkyVault Community, который был в 2019-2018 годах. Нет, мы повзрослели. Мы международная социально-финансовая венчурная экосистема. Если говорить про английский язык, то это произносится так. Humanity Venture Ecosystem. То есть венчурная экосистема человечества. Да, звучит амбициозно, но извините, как бы и ценный конечный продукт у нас тоже звучит достаточно амбициозно. Сделать как минимум 10% населения земного шара финансово свободными, независимыми, осознанными инвесторами и людьми, те, которые делают, что хотят в своей жизни, одновременно являются совладельцами самых прорывных технологий человечества. Да, вот это вот позиционирование. Но извините, мы начали с самого сложного. Мы начали еще в 2015 году с финансирования того направления, за которое ни один в мире венчурный фонд не взялся. И это я вам говорю уже из опыта моей коммуникации здесь, в Арабских Эмиратах, с коллегами по цеху. Кто-то нас признает, кто-то нас не признает, но многие говорят, ребята, это нереально. То, что вы сделали, это фактически мало кто за это возьмется сейчас, а вы взялись, когда были еще картинки, только видео с заседаний правительства и так далее. Итак, мне хотелось бы, чтобы вы все поняли, почему экосистема. В каждом направлении есть определенные продукты, IT-продукты и определенные фишки, особенности. Например, финтех – это личный кабинет, это в виде IT-продукта мобильное приложение SkyVault Community, которое, кстати, обновилось, и все зайдите, скачайте новую версию в Apple Google Store. И также представьте, чуть-чуть мы проработаем, я не буду говорить нюансы, мы внедрим определенные алгоритмы, мы знаем, как преобразовать личный кабинет в разрезе двух лет, одного-двух годов в такие зачатки социальной сети. Пускай это будут зачатки социальной сети. У нас внедрена сквозная аналитика, мы можем посмотреть все, что происходит. Можем посмотреть, как на персональной медицинской карточке, когда все оцифровано, какая история взаимодействия с тем или иным партнером. Но, конечно же, мы будем делать упор на взращивание новых партнеров, тех, кто поступает сейчас в виде активных потенциальных участников нашего сообщества, через образовательное направление. И тут я хотел бы вам объявить. Русские, киргизы, вьетнамцы, испанцы. Вы не представляете, в каком цейтноте у нас все работает. Но в начале марта будет запущена наша IT-платформа. IT-платформа, что такое? Это IT-продукт. Мы не хотим платить за лицензии, сразу не хотели. Там, к примеру, GET-курсу, автовебофису. Вначале мы были на автовебофисе, да, честно признаюсь. Мы проанализировали все LMS-системы международные этого мира и будем также далее анализировать и создали за год свой продукт. Даже если кто-то сейчас нас попытается догнать, ему потребуется год-полтора, а то и 2-3 года, потому что это не просто сделать. Это создание своего IT-продукта. Вы не представляете, насколько приятный, интуитивно понятный там интерфейс. Вы сможете как с мобильного устройства обучаться, так и с компьютера. Будет обратная связь наставника. Все будет круто, современно. И более того, мы этот продукт будем монетизировать также для инфобизнесменов, для тренеров ваших стран, потому что это не занятый рынок. А кто будет опылять и кто будет этот продукт развивать, например, конечно же, наше сообщество. Потому что вы зерна любого продукта, который может быть посеян, мы можем легко, быстро распространиться, как споры грибов, и прорасти в любую глубину любых стран. Подытожу, в начале марта вы увидите
IT-продукт образовательного направления. Это Smart World Community. Может быть, кто-то не понимал, что такое Smart World Community. Думали, что вот, Sky World Community что-то там придумали, маркетинг. Нет. Пока другие думали, мы создавали IT-продукт. И никто сейчас нас не сможет в этом плане догнать. Сообщество. Во-первых, это архитектура сообщества. В 2022 году мы подготовили такую комплексную архитектуру. И как мы сейчас, допустим, взяли руководители организации сопровождения мероприятий. Потому что у нас есть четко следуемые форматы, ритмы, роли нашего сообщества. Мы знаем, в каком темпе движется наше сообщество. Мы знаем, что нужно нашему сообществу, потому что мы провели 1000 часов исследования аудитории. Наши методологи не дремлют никогда. И в сообществе есть тоже свои IT-нюансы, особенности. Мы сейчас разрабатываем, разработали уже. Даже вот кто-то опять сейчас попробует нас догнать. Ему потребуется год-полтора, чтобы запустить и разработать нетворкинг-приложение. У вас внутри ваших стран появится специальная IT-оболочка, в которой вы регистрируетесь как социальную сеть, как предприниматель, либо как человек, который ищет общение, бизнес-общение или, может быть, даже личного общения. Почему нет? Потому что у нас Кристиан Ван Дивер, например, нашел свою любовь внутри сообщества. Ну, а почему на этот рынок мы тоже не можем идти? У нас вьетнамцы сыграли свадьбу внутри сообщества. Значит, это имеет место быть. Но в первую очередь будет делать упор именно на бизнес-встречи. И представьте, насколько мощный инструмент для всех предпринимателей появится, когда будет IT-продукт для международного нетворкинга внутри своего города, внутри своего двора, внутри своего дома, улицы. Вы можете организовать встречу. Единственное, что вам нужно, в это приложение зарегистрировать людей. Это будет тоже абсолютно интуитивно понятный интерфейс. И все через, извините за IT-термин, через API будет автоматически переливаться в Sky World Community, потому что Sky World Community – это глобальный финтех-продукт. И по сути, что мы делаем? Мы делаем marketplace услуг, людей и товаров людей, потому что у нас будут собираться совершенно разные специалисты. Кому-то, возможно, понадобится реклама там и так далее. Зачем нам обращаться извне нашего сообщества, если все больше и больше людей будет присоединяться к нашему сообществу? Нет, мы будем расти изнутри. И вы не представляете, какое позиционирование нас ждет, вас уже ждет, и мы его подготовили. Это не то, что мы там разработаем в конце 2023 года. Нет, я вам говорю уже, что будет. И до конца марта вы это увидите. Вы увидите массу новых материалов по пониманию. Вы увидите новый сайт. И поверьте мне на слово, любой сетевик, лидер, он с удовольствием будет присоединяться. Потому что такой экосистемы ни у одного проекта нет. Мы просто будем захватывать рынок. Пускай, что бы ни говорил, мое убеждение, что, возможно, MLM и вообще там сетевой маркетинг был сделан для того, чтобы мы, как SkyWorld Community, далее появились и начали коллаборировать. Я бы не сказал, что мы будем поглощать, хотя и это тоже, но мы всегда двигаемся в рамках дружелюбия и экологичности. Мы будем коллаборировать с большими сообществами для того, чтобы объединять их с нашим сообществом насчет финансирования big idea, тех идей, которые могут изменить действительно ход цивилизации и развития человечества. Напишите, пожалуйста, от 0 до 10, как вам вообще эта перспектива. Это не то, что перспектива, мы это позиционирование в любом случае для вас подготовим, и это уже неизбежно. Мы международная финансово-социальная венчурная экосистема. Именно экосистема. Я вам разложил сейчас, почему так. И действительно, настанет тот период, когда мы будем, например, по ораторскому мастерству, по искусству презентации запускать отдельно трафик. В этом году мы хотим сделать отдельный свой европейский форум. Мы продумываем также сейчас логику запуска специальных организаций. Я не буду вам говорить особенности,
но у вас будет еще один инструмент, почему нужно вступить в наше сообщество. А как по-другому? Как по-другому достичь тех идей, которые ставит перед нами Анатолий Эдуардович? Ведь высшая цель – это объединение больших объемов сообщества во всех странах для финансирования действительно великой идеи реализации и строительства общепланетарного транспортного средства. И это наш с вами рынок, дорогие друзья. Дамы и господа, это мы как монополисты будем это делать. Но на самом деле я подготовил для вас и уже наши копирайтеры все описали, что же мы будем делать после 15-го этапа. Примерно я так почитал, на 4,5 триллиона долларов освоение рынка для нас с вами. Если, конечно же, согласится Анатолий Эдуардович, ну, это наша задача уже с Евгением Кудряшовым в убеждении, но нет другого на самом деле ресурса и более мощной силы, чем SkyVault Community для поддержки идей Анатолия Эдуардовича. Поэтому тут не будет никаких вопросов. Итак, золотые победители третьего этапа SkyVault Community посетили центр тестирования и сертификации USKY. Поднимите руку, поставьте плюсик, кто был на этом событии. На самом деле в этом году у нас будет запускаться комплексная программа по воскрешению веры. И вера движет всем обществом, всей цивилизации, которая сейчас есть на планете Земля. Либо мы верим в успешный и положительный вектор развития истории, либо в отрицательный. По законам квантовой физики, поверьте мне на слово, оно так и будет. Поэтому мы будем воскрешать веру. И на самом деле здесь на афтерпати различных мероприятий мне несказанно приятно, когда подходят люди и спрашивают: Алексей, я смотрю, лицо знакомое какое-то. Вот недавно тоже я встретился на ряде мероприятий, подходят наши участники сообщества, я говорю: слушай, дружище, а какой статус у тебя? Мастер у одного, там, вот, у другого лидер. И они начинают спрашивать, типа, а что, ну, я как бы там занимаюсь определенными вещами, кто-то там криптопроектами, кто-то MLM-проектами. Я говорю: я вот тебе сейчас расскажу про экосистему, но давай как бы это, я трачу свое время, а ты возвращайся просто. Ну, как бы мы тебя примем как такого, знаете, загулявшего сына, дочь, и мы всегда рады принятию, мы все делаем для того, чтобы тебе комфортно, круто, весело, задорно было развиваться внутри сообщества. Когда люди слушают вот то, что вам обрисовал, они говорят: а когда будет следующее мероприятие? А можно ли посетить Шаржу? Я говорю: Шаржа — это закрытый режимный объект, но через регламент определенный SkyVault Community, который через отделение работы с публикой, через инструмент, либо через техподдержку вы можете послать заявку, скоро заработает приемная непосредственно в отделение работы с публикой, и можно будет соорганизовываться в группы. Если вдруг делегации нет, например, в те или иные дни, то мы будем соорганизовывать и смогут посетить, естественно, более усеченной программе, максимально более усеченной программе по сравнению с золотыми победителями, но все же смогут увидеть вживую то, что там уже было реализовано. Потому что кто, если не наши участники сообщества, смогут это делать и реализовывать. Также многие, кто взаимодействовал со мной, с Евгением, с Владимиром по направлению крупных инвестиций, знает и понимает. Для всех я хотел бы объявить, что на самом деле мы в этом квартале также подготовим модуль по работе с крупными клиентами. Некоторые венчурные русские фонды ожидаем здесь, в Дубае. И они все приедут тоже в Шаржу. И по конкретике только общаемся. То есть если не видно конкретику, то наше посещение Шаржи не будет. То есть мы это можем легко определять. Опять же, не до сюсюканий. То есть можете даже вот эту фразу записать, то есть не церемониться вообще. А зачем, если человек сомневается, что-то там работать с аргументацией, возражением? Нет. Окей, следующий. Много-много желает действительно сейчас. И да будет так, в этом году будет еще больше.
Поэтому, дорогие друзья, если говорить про то, что происходит сейчас, ну, это действительно поддерживает вот ту гипотезу, то, что я говорил в начале года, что, ну, наверное, этот год будет какой-то особенный. А вы не забывайте, что U-Light тоже будет запущен на Мариной Горке, и трасса там уже доделана. Я не могу увидеть, посмотреть, но я верю словам инженеров непосредственно Анатолия Эдуардовича. И тоже ориентировочно апрель, май, максимум июнь, я думаю, мы увидим запуск первого коммерческого проекта туристического назначения на территории Акварель. И это не просто внутренний проект, ведь необходимо было тоже согласовать, определенные инстанции пройти, потому что там будут перемещаться пассажиры. Это может быть либо безопасно, либо небезопасно. И если это небезопасно, то, естественно, никто бы не согласовал. В этом году нас также это ожидает. Плюс мы приступили к проработке таких внутренних национальных проектов. В Кыргызстане сейчас по поводу этого сложными, непростыми шагами двигаемся, но все же продвигаемся. И с Анатолием Эдуардовичем обсуждали, ну, как минимум, предпроектные предложения, проектные предложения. Маленькую какую-то часть финансирования проекта на данный момент мы сможем, как Skywalk Community, взять на себя и в том числе получить долю в потенциальных проектах. Также было объявлено, и это тоже стояло в планах Skywalk Community, что будет запущен продукт, который мы все так долго ждали, и сейчас готовится к запуску направления гумуса в этом году. Непосредственно какие-то нюансы я не скажу, но вы увидите еще массу публикаций. Сейчас мы к этому готовимся. Почему? Потому что нужно делать вещи параллельно. И если этот рынок имеет место быть по востребованности, по исследованию рынка, то это направление нужно запускать. Для нас такие вот направления вот типа того будет. По сравнению с тем, что мы привлекали инвестиции, наверное, в одно из самых сложных, повторюсь, направлений, за которые современные венчурные фонды не брались. Я смотрю на тех, кто, например, в Арабских Эмиратах, в различных хабах инновационных. Ну, вот что они берут в направлении финансирования и сбора инвестиций по какие-то стартапы, ну, максимум до 5 миллионов долларов. Как бы для нас перелопатить такую сумму нет труда. Но поймите одно, что Unit SkyStream Technologies создает вселенную технологии, так же, как появился интернет, и сейчас даже чат GPT, вот представьте, не было интернета, искусственный интеллект тоже не имел вообще никакой перспективы к развитию. Чат GPT это тоже следствие интернета, и мы не представляем, сколько технологий появится вследствие реализации струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого, вообще, когда струна, в принципе, логики коммерческого проекта будет протянута, а в струне же находятся все виды цифровых сигналов, аналоговых сигналов, интернет, телефонная связь, 5G, 6G, что хотите, трубопроводы, газопроводы. Кстати, в Шарже тоже все увидели, прошу прощения, чуть-чуть, немножко подхворал под запуск платформы. Кстати, такое совпадение, что у нас захворали основные вообще игроки запуска платформы. Не знаю, с чем это связано, но желайте здоровья ключевым топам Skywalk Community, потому что, ну, мы действительно многим жертвуем из своей жизни для того, чтобы реализовалось. Ведь, например, мне комфортнее было бы сейчас находиться в Челябинске, в зоне комфорта, и делать все на удалении. Но нет, время пришло. И не так просто в отрыве от семьи уже там пятый месяц быть, но год такой. И мы взяли на себя ответственность, поэтому мы должны завершить все процессы до того состояния, на которое мы планируем.
И если говорить про шаржу, я хотел бы сказать, что там также представлено в шатре, где подвижной состав, высокоскоростной трасса, и показаны вот стальные канаты. Действительно, вот все, что говорил Анатолий Эдуардович, что будет поврежден один канат, два, даже четыре, пять, на одном из канатов путевая структура продолжит висеть. И на самом деле в условиях сейсмоопасности есть такое понятие, как огненный пояс или что-то такое. Именно сейсмоопасные участки, там вот такой вот есть пояс на территории земного шара, где могут произойти в любой момент землетрясения. Но на самом деле по сейсмоустойчивости струнная технология тоже достаточно конкурентно способна. Я не буду останавливаться сегодня на этих слайдах, иначе вебинар будет затянут, но тем не менее многие в этом году говорят не только о землетрясениях, к сожалению, но и о наводнениях, о цунами. И опять же, струнная технология имеет наибольшее конкурентное преимущество перед такими природными катаклизмами. Я попрошу в социальные сети разместить один ролик одного из тизеров, чтобы все понимали. Ну вот часто нам рисуют, как я говорил на презентации цифрового университета своей английской, нам рисуют достаточно темное будущее, но в ряде достаточно серьезных сериалов, которые транслируются на мировых платформах, сериальных, так скажем, представлена некая концепция транспорта над землей, тоже на опорах, и он работает эффективно, помогает перемещаться людям, товарам, грузам, даже в условиях постапокалипсиса. Но как бы это не очень радужная перспектива, но на самом деле мы с вами финансируем то будущее, которое сможет пережить даже самые сложные, темные времена. Ну а что уж говорить про эффективность транспортного сообщения в регионах Крайнего Севера. Но сегодня я на этом не буду останавливаться. Я хотел бы вот вам сделать такой посыл и вообще вот вкратце поделиться с вами, что Анатолий Эдуардович нам рассказал в шарже. И на самом деле создано два инновационных центра в Республике Беларусь и шарже. Таких центров больше в мире по масштабам не было. Кто-то думает, что еще будут центры, еще технопарки запускаться. Нет, задача не запускать технопарки, а задача сертифицировать технологию, запускать коммерческие проекты. И на самом деле сейчас на стадии подписания некоторые проекты в Латинской Америке. То есть как только они будут подписаны, первые транши проплачены, это уже не предпроектные исследования, это не проектные исследования. Это именно первые транши за проекты, то, естественно, об этом будет сказано всему сообществу. И на самом деле Илон Маск начал продавать электромобили после создания компании через 12 лет. Только продавать. А если говорить уже про выход на традиционный рынок, то тут вообще спору нет абсолютно. Анатолий Эдуардович создал компанию с нуля. Я помню эти времена, когда в Минске, еще в арендуемом помещении, буквально даже один этаж не был занят. Анатолий Эдуардович просто сидел один в одной комнате. И все эти фотографии сохранились. Когда-то Джефф Безос начинал, ну, они начинали в еще таких гаражных, более жестких условиях. Здесь гараж бы не подошел бы, потому что все-таки это не IT-области, на IT-направление, здесь нужны более такие серьезные офисные мощности, поэтому сейчас более 60 конструкторских бюро и более 18 компаний в группе компаний Unisky String Technologies. И никто не двигался быстрее на самом деле, чем сейчас Unisky String Technologies, поэтому я всегда вам говорю, мой вклад такой в воскрешение веры всем участникам. Мне были сделаны очень серьезные предложения за историю развития проекта, и в том числе с семизначными,
нулями, я отказался, потому что я верю в то будущее, которое мы с вами создаем и финансируем, и я принял, осознал, наверное, свою роль, свое предназначение, и обязательно на платформе адаптации обучения у нас будет момент по предназначению. Многие из вас станут флагманами развития ваших государств, ваших стран. Вы и будете именно драйверами новой экономики и новых вообще процессов развития, новых инфраструктурных компаний, новых IT-решений. Кто знает, может быть, кто-то будет чисто образовательный продукт развивать в SkyWorld Community. Почему нет? Это тоже роль. И таких ролей будет очень много. Мы будем насчет этого общаться, и в логике премиум-клуба мы объединимся, будем делать выездные мероприятия, и будем втягивать как магнит тех людей, которые будут за нами наблюдать, потому что предпринимателям будет хотеться попадать в наш контекст мероприятий, в наше окружение, потому что мы проактивные, мы энергичные, мы эффективные, мы стремительно смотрим вперед, невзирая ни на что. Знаете, что есть наше нутро? Наше нутро – это риск. Мы идем туда, куда другие идут, опасаясь, либо боятся сделать даже первый шаг. Потому что мы идем в жесткий венчур. И это наша история. Это наша гордость. То, что мы пошли в тот проект, от которого многие отказывались. И сейчас фактически большую часть мы зафинансированы. И действительно, многие достижения уже сделаны. SkyStream Technologies включена в реестр добросовестных компаний Беларуси. Транспортные инфраструктурные комплексы, многие уже сертифицированы. На 500 метров полностью сертифицирована трасса. Первый этап сертификации прошел в Шарже. Кстати, если говорить про U-Flash, то подвижной состав создан. И на самом деле, скорее всего, по U-Flash будет строиться трасса. Таким образом, нет желания, нет потребности реализовывать еще один технопарк. Поэтому будет выбрана та территория. И да, был выбор Республика Беларусь, Арабские Эмираты. В Арабских Эмиратах достаточно недешево. И, естественно, это будет максимально оптимальное решение по логике и стратегии принятия решения Анатолия Эдуардовича. Скорее всего, это будет трасса минимум на 22 километра. И далее она будет продлена. То есть логика такая, мы с вами финансируем 22 километра, что является частью большого проекта, например, на 1000 километров, и далее эти 22 километра выкупаются. Еще мы подумаем вообще, продавать или нет, потому что это совладение трассой. Я буду топить за то, чтобы мы остались совладельцами этого проекта, потому что, конечно же, проект высокоскоростной трассы, он будет абсолютно экономически целесообразным и быстрым возвратом окупаемости и долгим вообще по формированию рынка, по развитию рынка. Не все догадываются на самом деле, где пройдет струна, резко возрастет недвижимость. Посмотрите на примеры, что происходит с объектами недвижимости, например, где проходит метро. А что будет с теми объектами недвижимости, с землей, где пройдет струна, резко возойдет стоимость. И на самом деле это будет инсайдная информация, знать в нашем премиум-клубе, приближение к топ, именно ядру сообщества SkyWorld Community, а где же будет реализован следующий адресный проект. Вот так же, как вам сейчас трейдинговые сигналы выдают, есть разные бесплатные, небесплатные группы, будет такая же инсайдная информация, а где же будет проходить следующий адресный коммерческий проект. Потому что, зная информацию, вы знаете будущее. Зная будущее, вы обладаете максимальной ценностью, которую также можете передавать как для себя и еще больше людей втягивать в интерес к развитию сообщества SkyWorld Community. Я думаю, что это тоже будет очень ценная инсайдная информация. Сейчас нужно держаться на плаву, мы держимся на плаву, но наши цели значительно выше.
определенной планки ниже не падать, потому что есть количество зарплат, количество сотрудников, их более 600 за струнные технологии в USKY Transport, в USCovery, которым ежемесячно платится зарплата. Мы с вами финансируем их зарплату. Мы с вами финансируем строительство технопарков. Мы с вами финансируем сертификацию и развитие транспортно-инфраструктурных комплексов. И USKY Center должен был на самом деле быть определенный период, когда будет продлена трасса там и так далее. Вы видите, что на территорию американского университета, американского парка, где выставлены другие компании, залезла чуть-чуть трасса. И, кстати, мы с вьетнамцами сходили, я в первый раз увидел, кто следит за моими социальными сетями, видел, я горд реально, что на входе в парк Шарджи, где выставлены, опять же, многие интернациональные компании, стоит Юкар всегда, в любую погоду, и каждая делегация, которая приходит, она видит и наверняка задает вопросы. А задали вопросы, там уже вопрос коммуникации, вопрос техники, взаимоотношений, регламентов, чтобы человек непосредственно попал уже на территорию технопарка. Обязательно, даже если не будет времени у представителей USKY Transport, а нет времени, когда есть делегация. Делегаций в этом году очень много. Например, там с 6 по 10 все время занято под делегацией. Потому что я узнавал уже об определенных гостях. Вы видели, что Иван Щербаков, кто смотрел Бали FM выпуск, напишите плюсики. С Ваней Щербаковым мы, кстати, увиделись тоже на афтерпати. Абсолютно заинтересован тем, что мы развиваем. И крутой выпуск был. Но на самом деле этот выпуск, он показывает лишь часть реальности. То, что в России уже на этом вебинаре я в слайдах не стал упаковывать, ну, уже в Забайкальском округе идут движения определенные. И по России идут движения. Поверьте мне на слово, мы будем делать все. И Риша непосредственно, Валькович, вот Николай всегда пишет, а что с Россией, что с Россией. Готовьтесь, обучайтесь ораторскому искусству, чтобы отправиться в турне по России уже с логикой новейшей экосистемы, с материалами по пониманию, с готовыми презентациями, с готовыми шаблонами вообще, как выстраивать мероприятия, абсолютно вовлекающие. Потому что, повторюсь, к нам приходят лучшие. Мы, более того, ну, всячески же и коммуницируем, и условия прогибаем, и все равно топы направлений хотят работать с нами внутри SkyVault Community. А мы зарплату не можем обеспечить пока что вот такую вот конкурентную, потому что мы всегда двигаемся в условиях финансового временного цейтнота. Но настанет то время, когда мы как SkyVault Community начнем формировать и свой индекс направлений. Это наша суть, мы пошли в риск. И мы будем охватывать те рисковые направления, в которые другие боятся ступить, но это будут достаточно интересные направления именно из вселенной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Как минимум 4-5 направлений, которые могут быть запущены, они есть уже просчитаны, рассчитаны Анатолием Эдуардовичем. Как вы думаете, кто будет запускать? Мы, как SkyVault Community. Мы монополисты на рынке рисковых венчурных технологий в логике вселенной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Представьте в фонде «Звездный мир», не помню, если честно, как назывался, поправьте меня, во времена СССР, такой прародитель венчурного фонда во времена СССР, Анатолия Эдуардовича Юницкого, он многие же, в принципе, скапитализировал технологии в рамках СССР. А представьте, была бы краудинвестинговая машина, как SkyVault Community. У нас есть многое, чего не было у биткоина. У нас есть многое, то, что не было у таких платформенных решений, как Alibaba,
такие как Amazon. Мы уже работаем с клиентоориентированностью, и мы многого уже достигли в рамках нашей экосистемы, чего не было у тех единорогов, которые стали единорогами. Мы, как SkyWolf Community, также имеем стратегию дорожной карты развития. И мы, как SkyWolf Community, не просто какой-то финансовый отдел Unisky Strength Technologies. Нет, повторюсь, мы международная, венчурная, социально-финансовая, венчурная экосистема. Венчурная два раза повторил. Ну, венчур – это наша суть, это наша цель существования в принципе. Запомните, SkyWolf Community идет в те направления, куда другие боятся даже ступить. И в Арабских Эмиратах, например, по трассе все достаточно дороже. В Республике Беларусь идут сейчас переговоры по поводу высокоскоростной трассы. Но ждать-то некогда. И я думаю, что в этом году в том числе решится, где будет строиться высокоскоростная трасса. Я думаю, что вы все понимаете, как только будет достигнут успех в проплате первых траншей коммерческих проектов. Это слова одного из топ-менеджеров группы компании Skyway, что выстроится целая очередь. Это не мои слова. И я-то понимаю эту суть, потому что огромная проработка сейчас идет. И на рынке США тоже нужны проекты, потому что Hyperloop не показывает того, что обещали, декларировали. Я не буду говорить конкретику, но есть определенные нюансы, и на этот рынок Unisky Strength Technologies тоже будут входить. И вообще, в завершении того, я, с вашего позволения, немножко даже не по слайдам сегодня идет презентация, я хотел бы сразу перейти на то, что реализовано в Шарже, чтобы у вас в логике визуалки. Вот, кстати, про то, что я говорил, корпус SRTI парка, на самом деле, вообще на входе с другой стороны, со стороны дороги, как раз-таки он установлен. Как же каждый это может увидеть? И, он там стоит, все, на этом месте он как вкопанный стоит, и ничто не может остановить. На самом деле мы с вьетнамцами также присутствовали в «Воле судьбы» на выступлении Олега Зарецкого. Блестящая презентация, мы ее оцифруем в качестве материала по пониманию. И Олег Зарецкий виртуозно представил презентацию на инвестиционном форуме в Шарже. Сегодня я в малой степени остановился на тех событиях, потому что очень много нужно было для вас сказать то, что у нас внутри произошло. И вообще, в принципе, куда мы стремимся. Позвольте мне вам показать то, что сейчас происходит в Шарже. Сейчас я перемотаю. Как вам вообще информация из сегодняшнего вебинара? Напишите. Не от 1 до 10 вообще информация норм или так себе? Давайте посмотрим то, что было. Как будет выглядеть контейнерное депо, то есть это история развития трассы номер 4. На самом деле контейнерный терминал, он будет особенный, в него можно будет заехать с земли, в том числе, больше ничего не скажу, так как это такая информация, которая потом будет показана. Стройка продолжалась, думали, что не построят, натяжению готовилась струна, заливались металлоконструкции, устанавливались необходимые элементы на анкерных опорах, продолжались, это давно уже эта история, монтажные работы на тяжелой трассе номер 4, хейтеры говорили, что не получится, что будет какой-то разрыв. И постепенно все пришло к тому, что USKY Transport завершила работу по строительству контейнерного депо. И на самом деле эта трасса, она самая ближайшая к дороге. Все будут ее видеть. И недавно с Евгением мы были, отдельно остановлюсь на теме лидерства, были на Джонни Максвелле, кто знает такого
тренинга по лидерству, мы взяли тот тариф, когда с Джоном можно было посидеть, и я ему вкратце, естественно, попытался продать идею, и я в глазах-то видел, что интерес есть. Нашел тоже определенные через искусство нетворкинга пути. То есть никогда не бойтесь идти вот, ну, в полный риск. Никто вам не скажет, что, к примеру, слушай, не надо этого делать, просто это сделайте. Ну, в данном случае познакомился с ведущей, которая вела мероприятие. С ней есть контакт, возможно, она посетит Шаржу. И через ведущую этого мероприятия есть выход на организатора всех этих мероприятий. У организатора всех этих мероприятий есть выход не только на Джона Максвелла, но и вообще на многих. То есть это стратегии моей проработки тоже непосредственно по истории уже мирового охвата и упрощения логики позиционирования нашего сообщества. Вот, пожалуйста, поделились новыми результатами испытаний центра испытаний Шаржи. То есть трасса была натянута, то, что было сказано. Пожалуйста, завершен этап подъема путевой структуры. Четвертая испытательная трасса, отчет о проверке промежуточных опор ТЮВ, поделились главными новостями сертификации. То есть первый этап сертификации прошел, и все хорошо, а будет еще лучше. Поэтому такой сегодня вебинар. Надеюсь, вдохновил. Я вдохновлен очень сильно. Это мотивирует двигаться дальше. Обещали обратный выкуп, будет. Как только проплаты будут за коммерческие проекты, договоримся с компанией, чтобы из тех немалых объемов, которые ожидаются, что-то пошло частично на обратный выкуп. Я думаю, что в этом году должен быть обратный выкуп, может быть, не один. Но поверьте и поймите, что не я это решаю, но мы можем влиять с Евгением и будем влиять. Еще вопросы? Так, с трансляцией тоже, пожалуйста, вопрос продублируйте. Алексей, вопрос, а планируется ли запуск второго потока курса ораторского мастерства на русском языке и когда? И будет ли возможность по окончанию этого курса стать куратором этого курса или спикером, как это было в первом потоке? Планируется, но, скорее всего, платно. Вы не представляете, сколько мы как компания тратим на эту инфраструктуру. А это же все идет в минус. Чтобы вы понимали, мы работаем в ноль, вообще вот как SkyVault Community. А те, кто получают заработную плату, ну, сотрудники некоторые получают, но некоторые вообще ничего не получают абсолютно. И это могу сказать за представителей правления. Ну, мы же как координаторы топ-процессов должны что-то иметь. Но чтобы вам было понятно, уже фактически более 9 месяцев получаем ноль. И представьте, мотивация вообще, вот насколько мы хотим это развить, какие топ-менеджеры вообще вот будут работать за ноль. Поэтому я пообщаюсь, сделаем опрос, ораторы нам нужны, посмотрим. Либо сделаем за минимальную плату, потому что монетизация должна настать у платформы адаптации обучения. Понимаете, это нужно вам. Потому что, поверьте мне, придут новые, сильные, заряженные, со 100-тысячными структурами. Мы подготовили всю экосистему. В 2014 году на одной из конференций я говорил со сцены то, что уже произошло. И я четко вижу, что действительно 10-тысячные, 100-тысячные сообщества будут к нам присоединяться. Потому что ни у кого нет такой экосистемы, как у нас. И мы даже не в середине еще. Дивиденды в этом году? Нет, тайлбэк. Точно скажу, что не в этом году. И не нужно говорить, что в этом году. Позиционирование компании Evinsky Stream Technologies есть. Обратный выкуп возможен в этом году.
Дивиденды – это та история, которая идет от прибыли коммерческих проектов. Давайте предположим, что через 2 года, возможно, раньше, если придет сумма проплат за проекты, контракты сотни миллионов долларов, либо там миллиард, конечно, тут будет распределение прибыли. Но это экономика. Экономика – это ограниченное применение ресурсов на ограниченной территории в ограниченное время. Никто не будет из поступаемых инвестиций брать сумму для того, чтобы выплатить. Это превратится в пирамиду просто. Поэтому давайте смотреть по факту. Я всегда говорю, как есть. Еще вопросы? Гиперлуп уже тоже пошли по нашему пути, по пути краудинвестинга. Саша Костынчук. Привет, Саша. Напиши подробнее в социальные сети, либо тут, что ты имеешь в виду. Hyperloop, кстати, брали интересного человека по блокчейн-направлению. Что-то у них как бы не особо продвинулось по блокчейн. Может, настала пора пообщаться с этим человеком. Так. Здоровья желает, спасибо большое. Уже готов вкладываться. Вкладывайте только то, что не боитесь потерять всегда. Это суть венчурного бизнеса, любого. Хотя здесь венчурное направление. Марк Фельдман планирует на Бали продвигать UST. Поверьте мне, не только он. И каждый в этом плане будет пытаться хайпиться в инфоповоде. Никто не против абсолютно. Но это делается только группой людей, таких как Марк Фельдман. Круто, специально зашла вдохновиться. Спасибо большое. Столько информации, что вопросов нет. Обозримый обмен долей на акции когда? Не знаю. Кстати, по обмену долей на акции я вам скажу такую суть. Понятно, как это сделать, механизм понятен. Раньше мне лично было непонятно. Работа в этом направлении ведется. В том числе я посещал там многочисленные яхты там, и так далее, причем за собственные деньги. Вот тоже вдумайтесь в этот процесс. Я получаю ноль, все получают вообще как бы топы ноль, и мы двигаем за свои собственные ресурсы, чтобы проект реализовался. Ну, просто вот покажите мне такой пример из каких-то топ-лидеров там MLM-компании. А мы не MLM вообще, мы не про MLM. И, кстати, в материалах по пониманию будет интересный документ на наше отличие от MLM-компании. Мы не MLM-компания, запомните это. В общем, как бы по выходу на публичный рынок понятно, что делать, понятно, какие шаги, движемся в соответствии с передачей информации в Sky Stream Technologies, далее зависит от них. Но время постепенно приходит. Благодарю, Алексей, все понятно, все классно. Так, давайте я задам вам вопрос. А что вы готовы взять в качестве для себя ответственности, чтобы в этом году сделать результат? Я вам скажу такую небольшую вещь. Чтобы мы закрыли большую цель, которую мы ставим в этом году, и мы ее закроем, мы все для этого делаем, мы углубляемся во внутрь оргструктуры там, и так далее, всю эту систему делаем. Как вы думаете, поскольку людей вам нужно сагитировать, инвестировать на минимальный чек $1000 за год? Вдумайтесь в это. Напишите ваши варианты. Десять, двадцать. Напишите, мне интересно. Ни 100, ни 10, ни 20. Даже одного не нужно пригласить. Вот одного пригласите, и хорошо. Кто-то пригласит 100. Значит, он тех
людей, которые почему-то безалаберно относятся к тому проекту, который двигают, ну, за них выполнит работу. Ну, а мы выстраиваем инфраструктуру, чтобы вы на автомате тысячи, сотни тысяч могли вовлечь в наше сообщество. И в этом году мы выполним эту большую цель. Не скажу цифру, но видение, процесс понятен. Это узнают, конечно же, региональные кураторы, ключевые лидеры. Повторюсь, мы не маленькие, мы не играем в игрушки. Мы международная, венчурная, социально-финансовая экосистема. Мы четко знаем, понимаем, к чему мы идем, как этого достичь, и мы этого достигнем в этом году. Всем счастливо. С вами Алексей Скодоев. До скорых встреч.